Приветствую зрителей своего канала. Сегодня будут крылья. Это крылья индейки, как вы уже поняли из названия. Потому что, когда я готовил бедро, то бедро там как, наверное, у страуса. Или индюка. Ну, в общем, это крылья. Именно крылья. Сразу говорю, что надо открывать сразу пакет. Я, получается, размораживал и пакет сразу не открыл. Если появляется немножко запаха, то наливаете вот так вот воды. 1-1,5 столовой ложки уксуса. Немножко полежит. И все. Сейчас мы воду всю эту сольем и я буду мариновать. Так, готовим смесь. Вот столько я взял соли. Теперь берем приправу. Вот такая вот приправа. Это еще ярославская приправка. Когда были в Ярославле. Так, в общем, сколько мы? Ну, вот столько положим. Я думаю, будет этого достаточно. Так, и майонез. 3 столовые ложки майонезика и пол чайной ложки сухого чесночка. Но он такой слабенький. Я вчера пробовал. Очень, кстати, все дело понравилось. Так, и еще добавляем мы сюда ложку соевого соуса. Вот такую целую. Сюда добавим сюда. Так, и все это сейчас перемешиваем до однородной массы. Можно, кстати, добавить водички, допустим, 1 столовую ложку, чтобы было немножко пожиже и четко было мариновать, то есть. Так, добавлю еще соевого соуса, ложечку и пару водички. Немножко солью что-то я переборщил, не в ладах. Вчера холодец из свиной рульки готовил. Немножко, получается, пересолил. И вот надо будет монтажировать видео, что не 3 ложки соли будем туда класть, а 2 ложки хватит. Возможно, может даже и 1. Еще 2 ложки столовой майонеза. В общем, пока тут попробуешь, все доведешь это дело до нужного результата, то, конечно, время пройдет. Правильно Барсик говорит. Так, и все. И теперь смесь наша готова. И вот так вот будем обвалкивать. Вот так вот обваляем все это дело. Получше. И кладем также сюда в кастрюлю. Оставлю на 30 минут. По возможности можете оставить до 1,5 часов, если у вас есть время. А у нас уже вечер позднеет, поэтому есть охота. Ну, положу не более часа, пускай минут 30. Может, около часа все это дело будет. Так. Сейчас даже, скорее всего, знаете чего, ребята? Может быть, я даже все оставлю в этой тарелке именно. Не буду в эту кастрюлю ложить, оставлять. Сейчас посмотрим. Вначале как обваляем. Так. Да, давайте я в этот, в общем... Видите, еще
водичка с них. В общем, да, ребят, знаете что? В общем, оставлю я все именно в тарелке. Пусть оно спокойно лежит, маринуется. Периодически я буду переворачивать раз в 15 минут примерно. Так. А нет, оно сейчас все потечет как отсюда. Все. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Мы сейчас все-таки оставим все в кастрюле. Так, ребята, видите, слил я воду. Все, решил я все-таки оставить в кастрюле. Пусть оно на дне будет. А то оно тут все убежит. Тарелочка маленькая. А крылья все-таки они... Ого-го, да? Крылья они все-таки большие, большеватые. Так, и одну сверху. Так, и все это дело вот так вот зальем. Все. Сюда. Все, ребят, оставляем мариноваться. Так, мариновалось у нас ровно часик. Немножко сейчас маслицем смажем все это дело. Так, и будем готовить. Так, это у нас. Будем готовить в духовке, в разогретой, при температуре 180 градусов. Не знаю, сколько по времени. Ориентировочно пока сейчас на час поставлю. Также буду готовить, буду полностью видео все снимать. Так что не переживайте, информация будет. Будет полная информация. Будете полностью все знать. Так, лучше, наверное, вот так вот сделаем. Кусочками сюда. Такими кошерными. О, вообще четко. Вот так вот. Все, ставим в духовку на час пока. Прошел у нас, ребята, ровно час. Сейчас будем смотреть, кровь идет, не идет. И надо так, чтобы еще немножко она у нас подрумянилась, так скажем, да? Так, ну, в принципе, вот-вот она приготовится. В принципе, она сочная. Мясо сейчас можно вот этот, наверное, кусочек даже отрезать, попробовать. Но в любом случае сейчас еще переверну и поставлю минут на 15, чтобы корочка у нас поджарилась. Так, в общем, переворачиваем все это дело. На соль отличненько. То есть все в меру. Все четко. Единственное, только надо, чтобы поболее так поджарилось. Особенно вот эта вот другая сторона. Сейчас поставим на 200 градусов, чтобы реально было поподжаристей. Поджаристей крылья индейки. Вот такие вот. Вы видите, даже косточка тут у нас получается беленькая. То есть в целом практически готово. Все, ставим в духовку на 15 минут. При температуре 200 градусов чуть-чуть добавил. Прошло, ребят, ровно 15 минут. Смотрите, как они поджарились. И с этой стороны сейчас перевернем на ту сторону. И увидите, что и там тоже. Видите, и здесь поджарились. Еще даже поболее. Так, ну и что, самое главное сейчас. Пробуем, ребят. Пробуем. Прямо вот так вот отрезаем кусочек мяска. И едим. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр.
Пишите больше комментариев. И благодарность, ставьте лайк. Смотрите, видите, даже косточка по кости сразу видно, что сделалось полностью. Сейчас пробуем. Немножко по суше стало. А так, конечно, все сделалось. Все четко. Но опять же я с краю взял. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Заходите в плейлист.